Прибился как-то кот чужой, соседский. Соседи умерли давно. И прибился к нам. Он уже старый, такой староватый кот. А у нас три выходит там кота. И мы его как-то осенью отвезли в соседнюю деревню. Где-то за 8 километров. Отвезли. Через месяц пришел. Рыжик, ты где? Рыжик. Скажи слово. Пришел, ну пусть пришел. На зиму никуда не выгоняли, чтобы я пропал. Вот, сейчас весна, апрель, конец апреля. Он ходит весь облезший, весь такой паршивый ходит. С курями вместе. Что курям кинем, то и он питается тем. И кошка ходит, тоже уже беременная, надо ей там уже скоро будет, наверное, котят. И постоянно котята пропадают. Так я думаю, может, это он гад, котят ест. Вот. И вот решил я его отвезти на лучшие хлеба, скажем так. Здесь ничего такого нету, потому что он там пропадет. Никто ничего не держит у нас на улице, ни свиней, никого нету, ничего, мышей нету. И ему там, скажем так, тяжело. Вот, привез я его на зерноток. Вот, склад какой-то. Там, я думаю, ему будет раздолье. Там дальше коровники, телятники, там молочко есть. Я думаю, он там немножко отжиреет. И посмотрим, через сколько придет на этот раз. Потому что он вернется обязательно. Коты все возвращаются. Что никто куда не отвозил. Я его, чтобы запутать. Смотрите, так я вот ее везу. Потом раз, круг сделаю в обратную сторону. Немножко опять. Вот так его кружелял, чтобы он дорогу не запомнил. Вот такой канистрой он сидит. Рыжик. Ты где? Где Рыжик? А, тебе хорошо здесь? Я тебя привез, там где мышей много. Может, немножко отойдешь. Я думаю, здесь будет очень хорошо. Потому что там на улице он пропадет, его коты давят, его не могут, коты его рвут. Он весь изорванный. Вот. Сейчас понесу его сюда. И мы его через заборчик отправим на новое место жительства. Я думаю, он здесь выживет. И поживет еще немножко. Пошли, Рыжик. Камеры здесь где-то есть. Оп. Ах ты, кот, сдрал через дырку. Ну, беги. Беги, Рыжик, беги. Пшт. Беги. Вот, молодец. Беги, Рыжик. Не знаю. Все, пошел. Сейчас немножко осмотрится. Рыжик! Все, пошел, молодец. Он понял, наверное, зачем его сюда привезли.
Так. Наверное, будет очень много всяких комментариев. Типа изверги, типа варвары. Но поймите, что его один шанс выжить, это здесь. Там его коты задавят. Пойдет с голоду. Так, куда привез, не покажу. Место, населенный пункт. Вот знак стоит. Сидит он еще там. Смотрит, наверное. Смотрит, куда я поехал. Ну, рыжик пока. Пока рыжик. Обычно коты приходят за мной сотен километров, десятки. Ну, посмотрим. Может, немножко почуняет, откормится. Не видел, он проезд сидел, я его вывелся и постоянно приеду, приеду 500 и так, другого посмотрим, развелось туда-сюда и опять еду, запутался, где что он запутал, типа что прямо он вряд ли он сообразил куда идти. И делал так, раз, типа разворот в обратную сторону, чтобы его закрутить, немножко проезжал, и делал вот такую восьмерку, и он канистры ничего этого не видел. Вот говорят, что кот запоминает дорогу, как он может запомнить. Вот мы проведем эксперимент, запомнил он дорогу, рыжик, или не запомнил. Так что будем ждать. Блудного кота.